Компания «Росводоканал» не согласна с постановлением суда, на основании которого организация должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Их вина в превышении ПДК по сероводороду была признана судом. Факт превышения ПДК на самом источнике доказательства не были представлены. Есть отчет по результатам экологического аудита, который говорит, что не только полярный «Росводоканал» мог являться источником выбросов. Это к тому, что на территории в районе поселка Южный Урал есть иные источники, которые могут выделять сероводород. Не согласилась с доводами представителя «Росводоканала» Надежда Авдеева, начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что по итогам межведомственной комиссии результатом проб наибольшее количество вредных веществ было зафиксировано именно на территории Иловых полей. Нарушение связано с превышением от деятельности общества, превышение сероводорода на границе санитарно-защитной зоны атмосферного воздуха представляет непосредственную угрозу жизни и здоровья людей, а также животным, растениям, окружающим. Жалобы на устойчивый запах продолжают в настоящее время и продолжают фиксироваться факты превышения ПДК, то есть до настоящего времени. Областной суд написал запрос в региональное министерство природы и Южноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора о наличии в районе поселка Южный Урал иных источников. Суд отложил слушание до 6 августа. На них намерены присутствовать и жители поселка Южный Урал. Манесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.